И вы знаете, есть у меня такое ощущение, что примерно в равенство, примерное равенство сейчас по представителю болельщиков и Акрона, и Липецкого Металлурга. Кутит в атаке Металлурга, Рустамян. Заваливается Рустамян и нарушение правил. Значит, ну, с 20-го года выступает за Липецкий Металлург, и вот 35-летний футболист как раз является одним из лидеров команды, ну и капитаном команды. Войделю мяча. Бивой! Господи, красота-то какая, Войдель! Что ты творишь, дорогой? Продолжай! Как же это было красиво! 2-1! Войдель выводит Металлург вперед! Ну, сегодня просто международный день Войделя, друзья. Какую передачу отдал 20-й номер. И как же элегантно он положил мяч после этого удара в ворота Акрона. Смотрим этот шедевр. Обратите внимание, как расслабленно, как красиво, как уверенно. И в самую девяточку абсолютно без шансов. Абсолютно без шансов для Сергея Волкова. Роман Войдель, но пока, безусловно, главная персона, центральная персона этого матча.